Всем привет! Сегодня день города в Листе, то есть первый день, мне кажется, празднования Дня города. Сегодня еще в городе экономический форум. Я очень хотела, на самом деле, попасть на экономический форум, потому что там будут разбираться вопросы туризма в Калмыкии. Мне это очень интересно. Но у меня с утра была работа, были уроки, поэтому ни на какой экономический форум я, конечно же, не попала, поэтому, может быть, что-то почитаю, какие-то интересные, не знаю, заметки, кто-то туда сходит, наверное, как-то поделится информацией. Вот, я сейчас пришла в кофе Garden и сейчас попью кофе, у них сегодня скидка 10% на часть Дня города. Потом пойду в центр. В 2:30 сегодня будет парад калмыцких костюмов. На самом деле все, потому что вечером уроки. Не знаю, попаду ли я на концерт. Буду выступать братья Грим и группа Д. Беру вас с собой. Что сниму, то сниму. Здесь будет интересно. Оказывается, в Гранде есть зоолиста открылся. Я посмотрела. Мне нужно купить для Джесси намордник. Ладно, все, идем, выходим и идем смотреть день калмыцкого костюма. Немного рассуждений про национальный костюм. Я считаю, что это очень классно, если есть такая возможность купить и носить. Но, кстати, я хочу отметить, что сам купить национальный костюм не таких уж... Ну, то есть это достаточно дорогое удовольствие, вот, поэтому все те, у кого есть национальные костюмы, и если вы в них ходите, я могу только сказать, что вы большие молодцы. Такое, такое очень красивое, локальное. Сейчас будем смотреть праздник. День калмыцкого костюма. Посмотрим, что там у нас на ярмарке национальных предпринимателей. Идем часовой. Ух ты! Войлока творчества. Здесь разные сувениры. Славянская культурная одежда. Русская народная. Еще болела. Азербайджанский конгресс. Что-то происходит прям... Что-то такое прям очень яркое. Вау! Так, культурный центр Турки Месхетинцы. Казахский центр. Всякие разные. Так, еще что посмотрим? Пойдемте еще посмотрим что-нибудь. Щур. Здесь выставка, продажа местных производителей на Арсель обувь. Сейчас посмотрим калмыцкие костюмы, всякие разные сувениры, вкусности. Украшения, пироги, еда, еда, пошла еда. Колбасы. В общем, все прелести жизни. Видите, какой мужчина там идет, крутой. Нет,
Так, и тоже какая-то ярмарка, сувениры, наверное, продаются, как всегда. Разные отделки, сувениры. Очень много женщин и мужчин в национальных костюмах. Это очень красиво. Но я пока не доросла, как будто. Ребята, зацените, здесь сделали, ну, практически сделали мост. Немножко он, конечно, как будто хлипковат, по моим ощущениям, но почему бы нет, здорово. Так, до начала дня калмыцкого костюма еще 30 минут. Пойдемте сходим на фабрику, потом пойдем смотреть праздник. Тут были павильоны, помните, вот здесь стояли, их убрали. Что-то здесь расчищается площадка. Так, идем на фабрику. Я забежала на фабрику, потому что у меня есть немного перерыв до начала самого праздника дня калмыцкого костюма. Я просто хотела сказать, что, кстати, если кто-то из вас хочет приобрести шиверлык, такие накосники, их, кстати, можно здесь купить у нас на фабрике. Юля, а ты не знаешь, сколько шиверлык стоит? Ага, стоимость от 1800 и до 2200 рублей. Так, ну все, идем на день калмыцкого костюма. Вот здесь будет идти такая большая колонна, все будут в национальных костюмах, очень красиво будет. Очень красивые костюмы. Девочки, привет! Классно, смотрите видео? Да. Вы будете видео, это будет влог. Комментирую. Прикольно, спасибо большое. Очень классное видео. Спасибо большое. Thank you.
иногда ко мне подходят и со мной здороваются. Очень классно, приходили девочки, сейчас всем привет. Я прошу прощения, просто вообще нет возможности. Ой, тут танцуют, так, быстренько, быстренько. Закончилась реставрация ворот. Все ворота очень свеженькие, красивые. Я хочу вам снять немножечко, поэтому давайте сейчас посмотрим. Все такое яркое, очень красиво выглядит. Так здорово. У меня уже не получается сегодня остаться на сам концерт, потому что он начинается, по-моему, в 4 с чем-то, а я вот только-только, поэтому я сейчас поеду уже домой, потому что у меня сегодня работа. Я, короче, так медленно собиралась, что группа «Братьев Гримм» уже выступает, и я только подхожу к сцене. Мент Калмыкия! Здравствуй, Элиста! Счастья вам всем! Хорошо, Элиста, еще разочек давайте громче, чтобы уж точно взлететь. И...
Ой, прекрасно. Ну что, друзья, что вам на себя? Поличелы! Чуть-чуть плейбека дай мне в уши, чуть-чуть. Танцы под дождем, прогулки с ночи до рассвета. Все вместе! Здравствуй, лето! Солнечным теплом нашу жизнь до осени согрета. Ой, какие красивые девчонки здесь! Танцы под дождем, прогулки с ночи до рассвета. Молодцы какие, а! Заряжаем, заряжаем еще! Для себя, любимых, стараемся ведь! Давай! Не бери фальшивто, первая пуля только для тебя. Я пройду, на вас посмотрю, спокойнее. Сердце мое, прости, и меня побереги. На целый вечер, копай побереги, прямо в вечерний. И ты словно мокрая курица. Что? Шагаешь босиком по улице. И если не... Yeah.
только тобой, и воздух был наполнен твоим ароматом. Пока ты где-то там, пока, пока, пока. Мое нутро горит, нутро напополам. А помню, как вчера еще тебя я обнимал. И вот будто меня воткнули строки под строки. Я поднимусь, сплюну кровь и отряхнусь. Все эти чувства, на всю эту грусть. Темная ночь за окном, снова за ручку возьмусь. Буду писать, пока солнце не встанет. 4:20 утра. Мой верный кент, верный кент. Сколько воды утекло, глубоко на самое дно. Ленфортов, лишь для кино. Эти текста мое несло. Но я верю только в одно. 108 мое число. Пока ты где-то там, пока, пока, пока. Мое нутро горит. Ты с кем-то там, пока, пока, пока. Мое нутро горит, утро напополам. Напомню, как... Демо! Настроение праздника. Вчера правильно был у вас день города? Да? Мы сегодня просто хотим, чтобы он не заканчивался, и завтра не заканчивался, и послезавтра. Пусть вообще у вас будет очень много выходных. Вот как минимум сегодня я хочу, чтобы все поддержите. Давай. Аплодисментами наших танцоров. Погромче, погромче. Просто понимаете, если я всего лишь 7-й год в группе Демо, они уже 16-й. Скоро будет 17-й год. Здесь кому-то даже столько лет нет, сколько ребята в группе находятся. Они до сих пор заряжают своей энергетикой. Да! Еще, еще, еще. Еще, еще. Попробуйте. Думаешь об этом? Ручки держим, детки, держим, а вы хлопайте, хлопайте. Мы пришли поесть маплогрейн, может быть, кого-нибудь бургер. Ирвин, что ты будешь? Легендарный, хорошо. У нас ночной. А что я взяла? У меня чизбургер, да? Чизбургер с говяжьей котлетой. Такой, ну, прикольная булочка. Легендарная. Легендарная. Ирвин, ну что, как тебе? Мне нравится. Вот, собственно, вот так прошел день города. Очень ярко, как всегда. Надеюсь, в следующем году будут другие артисты посовременнее, может быть, потому что молодежь, конечно, не поняла, кто такие братья Гримм. Вот. В следующем году будет 160 лет. И будет что-то больше такое яркое, с размахом, мне кажется. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Собственно, вот такой вот будет влог. И пока я здесь в центре, хотела вам показать, что тут происходит. Быстренько, прям буквально. Здание калмыцкой типографии теперь в частной собственности, как я понимаю. И сейчас идут работы по восстановлению кровли, ремонту. Построили специальные леса, чтобы спасти от возможного падения с крыши чего-либо. Вот такой вот навес сделали деревянный. Что здесь будет? Я так понимаю, что это будет торговый центр и офисное здание.